В Твери началась подготовка к Новому году. В центре города уже устанавливают главную елку. Праздничный арт-объект появится и на площади Конституции. Кроме того, администрация города готовит программу мероприятий для рождественской ярмарки. Какие горожан ждут новинки, расскажем далее. Каждый год в преддверии новогодних праздников на улице Трехсвязкой разворачивается рождественская ярмарка. В этот раз она пройдет с 14 декабря по 7 января и снова порадует горожан большим выбором сувениров, изделий ручной работы, развлекательной программой и угощениями. Организаторы обещают, в этом году на ярмарке будет еще вкуснее. Мы планируем расширить зону фудкорта с увеличением ассортимента продукции и блюд, где гости ярмарки смогут согреться горячим чаем, безалкогольным глинтвейном и попробовать различные угощения. Праздничная атмосфера скоро появится и в тверских парках. Помимо иллюминации и новогодних елок будут залиты катки в городском саду и в Парке Победы. Причем размер катка в парке более 2000 квадратных метров. В этом году залитые аллеи станут еще длиннее, появятся новинки в световом оформлении. По Митьмаке будет сделана лыжня, проложена. Если в том году освещения не было на территории парка, то в этом году оно есть. То есть можно и в вечернее время тоже будет кататься и на горке, и сделать забег по лыжне. На площади Конституции уже установили первый новогодний арт-объект – конструкцию под названием «Мишка-малышок». Скоро в районе появятся и другие украшения. Сейчас проверяют их готовность и исправность. Небольшие изменения по новогоднему оформлению Заволжского района все-таки будут. Это будут дополнительные игрушки на наших 4 елях искусственных, установленных в Заволжском районе. У нас будут добавляться новые консоли на мачтовое освещение на въезде в город Тверь. Уже началась и установка новогодних елок. Главную елку города сейчас собирают на площади Ленина. К середине декабря праздничная иллюминация должна зажечься во всех районах Твери.